сказать, обозначает какие-то болевые точки развития нашей профессии. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета со студентами встретилась журналист, литератор, общественный деятель, автор и редактор 17 книг о культуре, правах человека Надежда Ажгихина. Вот я уже довольно давно в профессии, и каждая встреча с коллегами, в том числе с молодыми коллегами, это открытие, это радость. Тема творческой встречи называлась «Журналистика как часть литературного творчества, традиции и современность». Данное мероприятие было направлено на просвещение студентов, знакомство с творчеством спикеров, обсуждение той профессии, которую выбрали сами обучающиеся. То, что происходит с нашей профессией в период пандемии, как раз ценность не только журналистики как благо для общества, но и ценность профессионального общения и человеческого общения возросла неизмеримо, наконец-то мы это поняли. Также особый акцент в своем выступлении Надежда Ажгихина сделала на мультимедийной трансформации журналистской деятельности в эпоху COVID-19. Журналистика, она уйдет в ниши, она уйдет в какие-то проекты. Их очень много сейчас в мире, сколько их в России, в основном онлайновые. Это социальные, это расследовательские, это политические, это экономические, какие угодно. И за них люди платят деньги. Критична ли такая трансформация и к чему она приведет, покажет время. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.